Есть такой объективный факт. Желтый горошек практически невозможно продать ни одну порцию на территории Латвии. А черный горошек практически невозможно продать ни одну порцию на территории Литвы. Разница между этими странами пару часов езды. Но какие же мы можем быть разными, даже если взять хотя бы кулинарные пристрастия. Те люди, которые практически не бывали в Латвии, Литве и Эстонии, они не могут отличить разницу между этими странами. Очень часто они называют всех их общим словом «прибалты». Но на самом деле мы настолько разные, но и в этой разности, разумеется, наша сила, наша интересность. Если мы просто зайдем в обычное кафе, то подача блюд будет совершенно не похожая.